top three today, I'm going to go no particular order. I think Roman, Semyon. The third place is tough. You know, Felix can come in. I'd like to say and Reini. I think those three. I think they hold it. They do it. Yeah. I think it stays the same. Okay. But maybe Semyon will challenge Roman. So it's those guys. It'll be a good race. It'll be close. I'm going to say it's going to be 15,000 apart. Okay, thank you. Semyon! Last year. Yes, that's right. So that's what's going to happen. I mean, Roman had an earlier start bib. That's right. So was it a fluke on that first heat with a little bit? I mean, he had a great run. I mean, what is he doing? Doesn't even look. He is perfectly still, laid back, trusting that late exit of 11. Absolutely insane. You can tell he started breaking up there. There's a little looked, there, yeah. Не, ну реально, с ним тяжело бороться на Европе. Я вот не знаю, как, вот сколько раз хочу вот тебя от Европы выиграть. Вот прям вообще, вот прям, вот вижу, вот она, рядом эта медалька. И тут он выруливает каким-то макаром с обочины. Еще и встает передо мной. Вот так. Всем привет, я Руслан, и я нахожусь дома. Да-да-да, после длительной командировки по Европе вся наша команда вернулась в Россию, и у нас есть несколько дней, чтобы отдохнуть и отправиться на заключительный этап Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сочи. 23 и 24 февраля я приглашаю тебя на санобобслейную трассу, приезжай, привози друзей, семью, болей за нашу команду. Будет очень и очень интересно. И я тебе предлагаю посмотреть сегодня эксклюзивное интервью 4-кратного чемпиона Европы Семёна Павличенко, а также серебряного призера чемпионата Европы в Германии Романа Репилова. Если тебе интересен санный спорт, если ты хочешь узнать поближе наших спортсменов, предлагаю посмотреть этот ролик. Поэтому устраивайся поудобнее. И получаю удовольствие. Погнали! Старт номер 20. Я Роман Репилов. В первую очередь хочется поздравить вас с триумфом на чемпионате Европы. Две медали сегодня. Золото Семёна Павличенко и серебро Романа Репилова. Поздравляю вас от души. Не первое серебро, не первое золото на чемпионате Европы. Так, и первый вопрос. Кто первый вас поздравил? Кто позвонил, кто написал? Давайте вспоминайте. Естественно, ну там куча всего было сообщений различных, я зашел посмотреть. Сначала, короче, я пришел в номер, и показалось, как будто никто не поздравляет, потому что так интернет не включился, и как так. Ну, потом захожу, смотрю, конечно, когда мы близкие. Сестра, жена, теща, тесть, все-все-все спортсмены и просто товарищи, товарищи по команде, которых нет сейчас здесь, и просто друзья, и незнакомые люди поздравили. В общем, куча всего, и нельзя сказать, кто первый. Наверное, все в один момент начали поздравлять. Ну, а тебя, Ром? А мне жена поздравила. Весь сезон у меня он рваный. То есть у меня нет такого, что я там на одной волне еду, заезд, стабильно каждый этап. А у меня там то визы нет, то диспальнули, то упал, там что-то повредил, то сани сломал. Короче, просто вообще такая волна идет. Это вот как у этого у человека с больным сердцем, у него вот так вот чекали с аритмии, да. Нет, это вообще, это крутая, это вот у него реально крутой сезон. Я таких сезонов полно был. Я знаю, что эти такие сезоны не закаливают и поднимают дух боевого. Настраивают на дальнейшие победы, и это какая-то даже такая проверка. Нельзя быть всегда на высоте. У любого спортсмена, какого там чемпиона не возьми, любого вообще спортсмена, у него всегда есть взлет и падение. Вот сейчас у меня было падение. И после которого прошел. Он поднялся, отряхнулся, да, и пошел вперед. Это самое важное. Семен, вот немного провокационный вопрос. Конкуренция в команде. Вы чувствуете конкуренцию по отношению друг к другу?
ну, я не чувствую, я просто, ну, я кайфую, мы друг другу помогаем постоянно. Рома что-нибудь найдет интересненькое, он мне подскажет. Я ему что-нибудь интересненькое, я ему подскажу. То есть у вас идет просто взаимное сотрудничество и работа над результатом. Может быть, можно даже команду создать отдельную. Так легче. Как вы настраивались на первый заезд? Какие себе установки давали? Что вообще происходило в вашей команде? Я в начале недели тренировочно сказал себе, что я стану чемпионом Европы в этих соревнованиях. И шел к этому. В первом заезде я допустил ошибку на старте. Но в втором заезде все, я готовился выигрывать. Нет, ну я был точно уверен, что мы с Ромой, ну, 100% мы еще не стоим на пьедестале. Это 100%. Я знаю, что Роман очень стабильный спортсмен. И он во втором заезде, ну, никак бы не смог допустить такую серьезную ошибку, чтобы слететь с пьедестала. Я верил в то, что мы будем стоять вместе. И, так сказать, уже по традиции уже не первый раз мы с ним стоим на пьедестале. И это реально так кайфово, это круто. Даже не то, что медаль важна, а важна вот такая вот, такой дубль медальный. Ну да, я вот, кто был для вас соперником? Кого вы видели в лице спортсменов, может быть, сегодня соперником? По сути, реально самое важное, это нужно было побороть самого себя. Я видел, что были совсем минимальные разрывы. Близко-то не надо, потому что громко. Если бы ты сегодня не ошибался, ты мог сегодня выиграть. Победил тот, кто ошибся меньше. Да, сегодня победил тот, кто ошибся. На старт принесли старт-лист на второй заезд. Протокол. Да, протокол. Я посмотрел. Разрывы были минимальные. Все волки голодные. И нужно быть еще более голодным, чем они, для того, чтобы... Я даже воду не пил перед вторым заездом. Ну, перед... Что ты говоришь, что Red Bull был? Ну, Red Bull — это не вода, понимаешь? Это энергетика. Есть разница между выступлением на чемпионате мира, на чемпионате Европы и на Олимпийских играх? Но только на Олимпийских играх в Пьончхане в 2018 году была разница. Там была накрутка просто со всех сторон, чисто нашей команды. Все. Наших организаторов, наших тренеров, спортсменов, там всех подряд. Но была жесткая накрутка, все. Мы были не готовы морально к Олимпийским играм в Пьончхане. А потом, чем ближе Олимпиада была, тем больше какой-то лишней информации было вообще вокруг Семёна Ивановича, вокруг нас. Облако такое было, которое вот непрорывное. Мы вперед, оно за нами. И, то есть, ну, как-то так двигались эта информация. И вот серьезно, я вот на третий заезд выходил, когда я вот первый день себя чувствовал нормально. Не отлично, нормально я себя чувствовал. Но второй день... Это вообще другое, это другая история. Я просто вышел на старт, я понимаю, что я как бы телом готов, но голова у меня просто, вот, у меня такое ощущение, как будто мне вот глаза закрывают, у меня вообще сил не было, просто, я не знаю, прям выключил и все. И вообще средства массовой информации, вся эта, ну, как бы, это же как сказать, любой мини-повод, там, я выиграл тренировку, все, пишут там, Рябилов выиграл первую тренировку, я не знаю, там, проехал там, ну, третий выпуск первого дня, все там пишут, там тысячи сообщений пишут, там, типа, да говнюк, ты хрен туда поехал, а другая сторона пишет, красавчик. Я даже телефоном три дня не пользовался, потому что реально такая вообще давка была для меня. Я вот, ну, от кого, вот некоторых людей вообще не ожидал. И вот так вот получилось. Я просто не выдержал вот этого давления сверху и ошибся. Нет, Рома правда правильно говорит, что на самый спорт у нас, ну, здесь морально, ну, с моральной стороны это чувствуется, такое, сказать, напряжение. У нас вид спорта реально ювелирный. Мы должны чувствовать трассу телом. И вот малейшие какие-то там, ну, у нас судорожные движения в санях, ты можешь допустить, ну, просто большую ошибку, ну, серьезную ошибку, и можно реально получить травму. Стартовали неплохо, там, ну, то, что касалось физической стороны, мы там показали себя довольно неплохо. И в этом сезоне мне прям очень сильно помогало отвлекаться, мое новое хобби. Хобби – это бизнес, которым я не шарю, но я научусь шарить в нем.
Да, да, я открыл магазин автомобильных товаров с своим другом. Вообще, Вован, респект тебе. Спасибо, что помогаешь. И не сферу детейлинга, это детальный уход за автомобилями. Тончайший. Глубокая чистка всего, всего-всего. Короче, после каждой тренировки я иду в номер и пытаюсь придумать что-нибудь интересное для... для подписчиков на игру в Инстаграме, на магазине и на детейлинге. Хочется рассказать, чтобы показать людям, что мы делаем, что у нас есть. Хорошее отвлечение, хобби, возможно. Когда в Тойоте, Team Russia, там очень... такой крутой состав спортсменов, там и Дэн Спецов есть. Кстати, в Тойоту сейчас подписали бойца UFC Волкова. Хочу с ним познакомиться. Один из самых крутых бойцов UFC в тяжелом весе. Еще и он в Тойоте, в одной команде со мной. И вот, я там посмотрел, пообщался с людьми. У них реально, у них такие виды спорта. И в плане болельщиков интересно, у них там фан-клубы есть, их там личные, да? А у них там крутая аналитика, там вообще спорт. Как они могут путать скелетон с санями? Да, потому что они не знают, что это такое. Я прям вообще так заряжен. Я хочу, чтобы наш спорт был реально массовым, популярным. Я занялся бы развитием нашего спорта именно на уровне внутри страны, там, по всем сторонам, да, то есть начиная вот от развития медийного, да, то есть у нас нет никакого охвата вообще спорта, люди просто не видят его, не маячит у них перед глазами, они видят его только вот результат есть, включили там Матч ТВ, вот сказали там Семен Павличенко, Роман Рябилов, там две медали на Европе, все. Один раз увидел, через 3 минуты забыл, и все, и опять думаю, что мы вперед поедем. Больше же о нас никто не вспомнит и не расскажет. Только подумал о Севе Кашкине, и вот он пришел. Новый альбом. Кстати, можешь зайти и посмотреть. Вот, кстати, я считаю, что ты сказал, я не знал, где он находится, а он вот он здесь. Что нужно сделать? Думаешь, о нем подумаешь, он появится. Потом я переживаю за запись, которая сейчас у нас идет, все ли хорошо получится. Первым делом я думаю о том, как я приеду домой, и первое ощущение о том, как я увижу своего ребенка. Не знаю, почему мне вот снятся, что я приезжаю, она мне уже говорит привет. Она родилась только месяц назад. О чем это говорит? Не знаю. Короче, вот такая вот тема. Ну реально. Остался практически уже один этап, который пройдет в Сочи. Но перед этим будет небольшая пауза. Чем планируете заняться? Естественно, я увижу своих детишек, уже бывалых, а Рома увидит нового своего ребенка. Да, кстати, это будет кайф. У Романа 5 января родилась дочка, и вот я сейчас вот жду вот этого момента, уже послезавтра утром, я ее увижу. Короче, первым делом это заниматься семьей. Я говорю, я хочу выиграть все. Ну, от одного раза. Если я выиграл бы сегодня чемпионат Европы, все, мне бы как бы эта тема бы остыла. То есть галочку поставила? Ну, это не то, что я галочку поставил, цель я выполнил. Дальше уже за этой целью была бы другая цель. Вот там чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Все, короче, я взорвался как мог. Теперь я пошел. Бонки у меня уже заслужили. Это были наши спортсмены, Семен Павличенко, Роман Рябилов. Дай покажу бочку. Вот. Тим Тойота Раша. Желай. Во время звучания гимна Российской Федерации заиграла совсем другая музыка. Португальский. Что вы в первую очередь подумали? Я думаю, какие же глупые организаторы. Как же стыдно им должно было быть. Пригласили столько стран на соревнования и тупо нам, ну, тупо не подготовились. Обидно. А как вы справились? Спели. Сами. Да? Взяли микрофон и спели. Братских народов союз вековой ветками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой.
подходили, говорили, вот это уровень, вот это самое крутое награждение, которое мы видели. Там реально атмосфера была. Вот до того, как мы, как заиграл этот корявый гимн, было тухло, мы спели, все, взорвалось. Там все давай орать, хлопать, там круто. Сначала было обидно, а потом клево. Возможно, оно так и должно было быть. И, кстати, проверяется вообще, насколько человек знает свою страну, уважает свою страну, насколько он патриот. А, я хочу просто пожелать всем болельщикам, всем зрителям. Я просто давно сталкиваюсь с тем, что многие люди не верят в собственные возможности. И хочется пожелать всем, чтобы они верили в себя, верили в свой успех, верили в то, что возможности каждого человека, они безграничны. Их нужно тренировать, даже просто тренировать свои мысли, мысли позитивные. Всем успехов хочется пожелать. Ромашка, тебе тоже. Тебе тоже спасибо. А я хочу пригласить всех в Сочи на этап Кубка мира, который пройдет уже в ближайшее время. Если вы будете следить за инстаграмом Романа Репилов или Семена Павличенко, да, то вы будете хорошо осведомлены тем, когда у нас будет Кубок мира. Либо вы можете зайти... заходите в инстаграм. Сегодня и завтра, и послезавтра буду каждый день скидывать хорошее расписание сочинских мероприятий. Помимо Кубка мира, там будет еще прокат по трассе. На бочках уже есть прокат? Да, в бочках вы сможете прокатиться по трассе прям внутри, на таком диване крутом. Мы уговорим организаторов бучек сделать скидку. Да. Для болельщиков промокоды из наших инстаграмов. Мы сделаем промокоды из наших инстаграмов. Мы сделаем скидку. Я думаю, в районе 40% железно будет скидка. Но мы ее добьемся. Мы будем прогнуть эту линию, чтобы люди пришли и за доступные деньги прокатились на этой ватрушке. Далее. Там будет New Star Camp. Я буду, кстати, на этом New Star. Это в том году был первый раз там. Это вообще просто бомбовое мероприятие. Поэтому приезжайте в Сочи, приезжайте на Кубок мира, приезжайте кататься на лыжах и болейте за нас. Всем удачи!